Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела бы протестировать с вами новую линейку акварели Ван Гог. Если вам интересно данного рода видео, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Так, в новой линейке Ван Гог представлено 32 цвета, у меня сегодня здесь 20, и, признаться честно, я успела попробовать все 32 цвета, сделать выкраски еще зимой, еще задолго до анонса, и у меня осталась выкраска, поэтому в любом случае я вам ее покажу, и также мы протестируем сегодня все новые оттенки, которые есть у меня сейчас, и обязательно сделаю с ними какую-нибудь картинку, покажу вам, естественно, их в работе. В чем особенность данной линейки, я думаю, вы уже наслышаны, по крайней мере, скорее всего, большинство из вас, это в том, что в ней представлены краски с грануляцией, краски с различными эффектами, такие как металлики, такие как интерферентные краски, то есть краски с переливами. И также есть интересные, уникальные оттенки, которые просто красивые сами по себе, такие как лаванда, например, появились пироли. Я вообще обожаю пироли в работе, очень люблю их в замесах, они дают такую красивую звонкость цвету. В сравнении с другими ученическими линейками акварели, Ван Гог очень явно выигрывает как раз-таки из-за наличия вот таких уникальных красок в своей линейке. Мне кажется, это очень круто. Ван Гогом рисуют очень многие художники, несмотря на то, что линейка заявлена именно как ученическая, то есть линейка для студентов, для тех, кто тренируется, для тех, кто не собирается там куда-то выставлять свои работы, просто набивает руку. В отличие от Рембрандта, да, которая считается профессиональной линейкой, несмотря на это, краски эти абсолютно не уступают по качеству очень многим и профессиональным линейкам других марок, что, на мой взгляд, действительно круто. Они довольно яркие, пигментированы, очень хорошо ведут себя в смеси с друг с другом, с другими марками. И поэтому Ван Гог стали любимыми акварелями очень большого количества людей. Это абсолютно целесообразно и понятно. Соотношение цена-качество у этих красок очень мало конкурентоспособно. Есть, конечно, краски других брендов, которые тоже неплохие по качеству, но мне кажется, Ван Гог среди всех прочих очень явно отличается, и, как я успела заметить, это не только мое мнение. Поэтому я сегодня с удовольствием вам покажу, что же у меня есть из новой линейки, и давайте сразу непосредственно приступим к выкраске. Так, вот таким образом выглядит моя выкраска. У меня в основном здесь недостает оттенков металликов и интерферентных. Я сейчас вам покажу их на выкраске, которую я делала еще зимой, как я сказала ранее. Итак, у меня недостает вот таких интерферентных оттенков. На самом деле я не очень сильно нуждаюсь в них в работе, поэтому как-нибудь переживу. В чистом виде они выглядят просто как белые, но если мы под определенным углом света посмотрим на них, то получим тот оттенок, который заявлен на названии. То есть там желтый, белый, зеленый, фиолетовый и так далее. Также у меня отсутствует вот этот Дэвис Грей. Вообще люблю этот цвет в принципе. Мне нравится использовать в какой-то такой бархатной зелени этот цвет. Интересный тоже.
Из гранулирующих красок у меня недостает Dust Green, но это на самом деле не самая большая проблема. Я вам потом расскажу, как его получить без каких-либо сложностей. Из теплых у меня есть все в наличии. Также недостает немножко металликов, но мне из металликов, если честно, нравится только графит. Я не очень понимаю использование этих красок в работе, но, может быть, для каких-то эффектов вполне могут пригодиться. Вот как раз графит я представляю, по крайней мере, в своем жанре. Это чисто личные предпочтения. И купер тоже мне очень нравится, тоже такой красивый медный. Ну и теперь давайте пройдемся по цветам, которые мне понравились. Мне понравился вот этот Азаметин зелено-желтый. Очень красивая, яркая, вибрирующая краска, которую я давно уже полюбила. Вообще все, что на основе P-Yellow 129 мне нравится, потому что эти краски очень хорошо ведут себя в замесах с зелеными, с розовыми, дают такие терракотовые красивые оттенки. Часто использую в замесах оттенков кожи и в основном зелени. То есть смешать с любой синий, с любой зеленый, вы получите огромное многообразие различных травянистых оттенков. Поэтому вот любой цвет на основе P-Yellow 129, я считаю, что просто обязан быть в палитре каждого художника абсолютно любых направлений. Не могу не отметить наличие пироль оранжевого в данной линейке. Для ученической версии очень-очень неплохой. Индийская золотистая, честно, мне гораздо больше нравится в Рембрандте, но это чисто мои, опять же, предпочтения. Просто это для меня плотноватое, но сам по себе цвет очень тоже красивый, такой приятный, теплый оранжево-золотистый оттенок. Также хочу отметить бирюзовый, вот этот голубой. Он такой канонный в составе PB15 PG7. Во многих линейках вы найдете этот цвет. И здесь он тоже без нареканий. Бум вообще какой-то был на лаванду в интернете. Ну, если честно, я в принципе больше теплого плана человек, и западаю чаще на теплые оттенки, чем на холодные, поэтому тут опять же только мои какие-то личные предпочтения, но сам цвет по себе тоже очень красивый. И несмотря на то, что он белильный, я не понимаю вообще проблем в использовании белильных красок, сама очень их люблю и иногда даже примешиваю просто белила акварельные какие-то оттенки, если мне нужен вот такой бархатный эффект, и очень часто белила у меня есть на фонах, особенно когда речь идет о каких-то вот таких глухих серых, когда мне нужно загасить цвет бумаги, и белила в этом плане очень хорошо выступает. И также краски с белилами хорошо перекрывают, поэтому если нужно, например, поставить какой-то рефлекс подобного оттенка, то здесь обязательно должна быть именно белильная краска, то есть с PVV, что означает пигмент Violet, пигмент W, как хотите. Также мне очень нравится хинокридон, вот этот фиолетово-голубой. Очень красивый цвет самостоятельно, и я думаю, отлично будет вести себя в замесах с глубокими синими, зелеными, с черными. В тенях, я думаю, ему самое место. Что касается гранулирующих красок, очень красивые краски. Я уже довольно давно использую эффект грануляции в своих работах. Люблю положить в тени, люблю положить в переход света. Иногда использую даже как базовый, если мне нужно текстурность какую-то создать в работе. И несмотря на то, что у меня недостает Dusk Green, это на самом деле небольшая проблема, потому что все эти цвета, они на основе оксида черного PBK11. Вы видите, что везде он есть в составе, поэтому если вы хотите получить какой-то другой цвет с грануляцией, вы просто берете вот этот PBK11, то есть оксид Black в чистом виде, и к нему любую другую краску из данной линейки подмешиваете, и вы получаете огромное количество всяких разных красивых красок с грануляцией. Вот. Также мы, например, видим на примере Dusk Yellow, да, что в составе оксид черный и P-Yellow 128, то есть вот этот вот яркий, красивый, звонкий желтый оттенок, и мы получаем вот такой. Но если вы планируете довольно часто использовать данный цвет в работе, и вам он нужен готовый, то, например, я бы предпочла взять сразу готовый в тюбике, там, тот же Dusk Pink. Я вижу, что этот цвет мой, я хочу использовать его в работе, и мне проще будет взять готовый оттенок,
чем постоянно намешивать. Ну и к тому же технологи явно лучше знают, в каких пропорциях это должно быть, чтобы цвет выглядел как в оригинале. И особенность краски с грануляцией в том, что их лучше использовать все-таки сразу из тюбика, а не намешивать каждый раз перед работой, потому что после засыхания их довольно тяжело размыть. Ну, кстати, не знаю, как будет с этими. У меня еще не было такого опыта, но это мы все проверим со временем. И давайте теперь выполним какую-нибудь иллюстрацию с использованием этих новых акварелей. Remember when we used to run away through the night? There is a story about us two, and it's written about me and you. Nothing can bring us down. We'll be right back.
time I go to sleep, you're lying next to me. Cause we are together now. Cause we are together now. Набросок у меня получился, я старалась работать довольно смело для того, чтобы проявить все свойства данной акварели. Также вы видите, что здесь очень много присутствует оттенков из новой линейки. Я старалась по максимуму также их вписать, поэтому скетч вышел довольно таким ярким, насыщенным. Интересно будет еще посмотреть, как эта акварель будет вести себя на хлопковой бумаге. На целлюлозе также очень красиво распадались краски с грануляцией. Отдельно хочу отметить то, что на протяжении всей работы я использовала замес из вот этого Азо Green Yellow и Пироля оранжевого. Получается такой очень красивый, яркий, рыжий цвет со звонкостью. И если в него добавить каплю черного оксида, то получается просто какой-то невероятной красоты, благородный красно-коричневый цвет. Также использовала активно Dusk Pink в тенях. Тоже очень меня порадовали они. Единственное, в данной работе мне не доставало какого-нибудь яркого голубого, но я смешивала лаванду с вот этим бирюзовым, и у меня получился такой около голубой цвет. Вполне тоже справился со своей задачей. В этой работе я не использовала интерферентные краски и металлики. Также очень нравится смесь вот этого хинокридона Purple Red и тинта нейтрального. Сочетание получается тоже такое очень глубокое, красивое. Кое-где в ударах тенях самые-самые глубокие оттенки я делала этим замесом. В общем и целом, акварель показывает себя на бумаге гораздо ярче, чем на выкраске, что странно, потому что выкраска тоже делается на бумаге. Но именно в работе цвета как-то гораздо ярче раскрываются, и поэтому, если вы просто где-то повыкрашивали эту акварель, не поскупитесь, возьмите пару цветов себе просто на тест в работу, потому что когда ты наносишь сплошным цветом, одним мазком какой-то цвет из данной линейки, несколько другое ощущение от цвета получается, чем ежели в работе. То есть мне, например, пироль оранжевый гораздо больше нравится в работе, в растяжках, в сочетании с другими цветами, нежели просто вот моноцвет на выкраске. Поэтому имейте в виду, может быть, вы тоже обнаружите это свойство, потому что на выкраске они кажутся более мелковатыми, что ли. В работе это яркая, насыщенная, красивая акварель, довольно чистая и звонкая, и мне кажется, в соотношении цена-качество эта акварель, конечно, просто не придерешься, поэтому если еще вдруг не тестировали, обязательно возьмите на вооружение. Насколько мне известно, правда, их скупают сейчас. Я надеюсь также, что это видео было для вас интересным и полезным. Обязательно оставьте в комментариях под видео, пробовали ли вы данные краски, понравилась ли вам эта акварель или не понравилась и почему. Мне будет очень интересно почитать. Большое спасибо за вашу поддержку, пальцы вверх и подписку. Всем спасибо, что досмотрели, и пока!